Проверка связи. Раз, два, три. Звук есть. Так, всем привет. Меня зовут Лена, я веду свой канал на Дзене и периодически провожу трансляции того, как я играю. Канал посвящен компьютерным играм. Ну и, соответственно, на трансляциях я показываю, как я играю, те игры, которые мне нравятся. Так, сегодня у меня очень интересная задачка. Я должна попробовать пристроить максимальное количество своих потом и кровью заработанных наград. Потому что именно сейчас идет событие, которое называется «Праздник даров», и во время этого события можно получить больше наград, если у тебя что-то украдут. Ваши награды приравниваются к подаркам, и вы можете, вы получите больше опыта и больше монет, если ваши награды просто кто-то продаст, чем если бы ваши награды просто продали вы сами. Вот. Коротко о том, что это вообще за игра такая, что я тут делаю и почему она мне так нравится. Так. Игра называется Sea of Wolves, либо Море воров. По-русски. Моя задача здесь управлять пиратским кораблем и, вести такую, знаете, пиратскую жизнь. То есть я откапываю потерянные клады. Что еще? Борюсь с пиратами другими. Ну и добычу потом привожу на специальные вот такие вот форпосты, как я вот сейчас отплываю от него, чтобы заработать монетки. Заработанные монетки можно очень быстро потратить, просто прокутить. И, собственно говоря, все. Вот, игра очень красивая, она красиво сделана. У нее очень, как видите, настоящее море. Вот как вот я вот видите, да. За бортом. Довольно красивая получается. Да, красивый вид. Там вот у меня вдалеке какой-то другой корабль. Так как я не знаю враждебную или дружескую, но я пока буду пытаться как-то от них уплыть. Но при этом стараться по своему маршруту. Ой, да, еще мне нужно как-то постараться починить свой корабль. А вот это, кстати, вражеский корабль, судя по всему, да. Эти ребята, наверное, хотят меня обидеть. Ну, в общем, вряд ли у них получится, потому что у меня, собственно говоря, пока ничего нет. Так, где-то здесь есть маленький островок, к которому мне нужно пришвартоваться. Вот здесь вот он находится. Наверное, я так думаю. В одиночку плавать достаточно сложно, то есть мне нужно управлять кораблем, следить за картой. Так, вот он, остров последнего, прости, действительно, впереди. На нем довольно-таки много врагов. И сейчас я буду бросить яхту. Да, вот надеялась я на самом деле, что это случится. Потому что мое сегодняшнее ежедневное задание – починить корабль. Так как игра сетевая, сами понимаете, в ней есть ежедневные какие-то испытания. Одно выполнено. Видите, я получила, хотя сказать крышечки, как в Fallout, но на самом деле я получила просто монетки. Судя по зловещей музыке, ситуация вокруг достаточно тревожная. Ребята, которые за мной... Ой.
Подождите, ребята за мной не поплыли. Ну вот, я так надеялась. Что покажу вам, чем эта игра на самом деле очень сложна. Смотрите, плывут. Давайте попробуем с ними договориться. У меня, в принципе, ничего нету. И мне, по большому счету, все равно, убьют они меня или нет. Но, смотрите, пират, который тут, в общем, вынырнул, сейчас, скорее всего, где-нибудь будет на меня нападать. Вот он, смотрите. А этот делает предупреждительный вид. Ну ладно. В общем, мой корабль сейчас по-любому потопит. Жаль, что у меня, к сожалению, пока ничего нет, чтобы... Так, я сейчас нахожусь вот на этом острове. Господи, какие косы-то, а? О, вот, наконец-то. Я не знаю, теоретически мне, конечно, надо бы с ним попробовать как-то подраться, но это очень сложно. В тот момент, когда твой корабль тоже пытается как-то бороться, да? Вот, смотрите. Ну ладно. Сейчас попробую, может, как-нибудь выжить хотя бы просто. Элементарно. Им, скорее всего, нужен мой флаг пиратский. Это такая как бы награда. Вот. Ну и, блин, ну ладно, будем считать, что неудачное начало, может быть, потом приведет к какому-то интересному результату. Интересно, кстати, чего они добивались. Вот он смотрит на меня в трубу. Опять смотрит, смотрите. Конечно, не веселое получилось, потому что вот эти вот социальные взаимодействия иногда бывают очень неудачными, в том смысле, что... Так, вот он разворачивается, и будем надеяться, что уплывает. Здесь есть только один след от русалки, и это моя русалка. Вот, что я сейчас могу сделать? Например, закопать вот этот вот клад. И впоследствии его предложить на специальной доске. Для того, чтобы вы могли откопать какие-то другие пираты. Вот это вот не настоящий пират, да? Отстаньте вы от меня. Ладно. А сейчас я вернусь на свой корабль, и, по крайней мере, у меня будет уже одно закопанное сокровище. Это единственное, что душу греет. Неудачный старт игры. Я думаю, что многие могут после этого сказать, блин, что, собственно, тут говоря, делать. Но на самом деле, да, действительно. Если бы... Кто-то мне объяснил, зачем они это делают. Я, наверное... Ну, хотя, в принципе, наверное, понятно, зачем это делают, да? Во-первых, за это есть тоже какие-то награды, за то, что ты убиваешь других игроков.
И, ну, на самом деле, почему бы не попытаться как-то попвпшиться, если ты чувствуешь, что превосходство на твоей стороне. Вот. Самое странное, что после этого бывает, это тебе присылают сообщения с извинениями, типа, ой, извини, я, в общем, ну, не хотел. Вот. Ну, самое, наверное, дурацкое, что может быть. Вот, если не хотел, то не делал бы, правильно? Так, смотрите, в данной ситуации я вернулась на форпост. Если вы играете в эту игру довольно-таки часто, вы, наверное, уже знаете, что в игре можно сидеть. И есть специальное достижение посидеть на каждом форпосте. Вот. Для этого нужно подойти к стойке администратора, точнее, стойке бармена, и посидеть на ней прям вот буквально. Вот здесь вот есть такая кнопочка. Вот. И нужно посидеть на ней. Так, сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вот. Ладно. Вот моя, кстати, ручная обезьянка, которую я заработала, играя в эту игру. Так, ну зато, видите, меня кинуло в такое приятное местечко, солнечное. И мне тут нравится. Я забыла, как этот форпост называется. Сейчас посмотрим. Мой кораблик на месте, никаких страховых взносов выплачивать не нужно, как в GTA, например. Просто возвращаешься. Вот, ну, вы видели, что я успела прикопать один маленький предметик, так как остров здесь достаточно близко, я сейчас его повешу на доску заданий, возможно, кто-нибудь его откопает, и я получу свою заслуженную награду за это. Вот, это все, что я успела. Давайте посмотрим, где я оказалась, где я была. Так, была я... Форпост. А вот не помню, где я была-то. Долина кладов. Приют смерти. Завидит тонуш кораблей. Мне кажется, я достаточно далеко от них оказалась. Да. Поэтому давайте я просто продолжу спокойно играть, не беспокоясь о том, что на меня опять нападут. Так, поблизости у меня есть крепость Воронье гнездо, ракушечная отмель и, ну, наверное, сабельная отмель и утес мятежников. И еще заповедный родник. Хорошие такие места. Давайте запомним их. И пойдем искать какие-то, может быть, клады, которые другие пираты для нас оставили. Доска заданий. Это вот то, что я зарыла. Полумесяц. Так. Погибель кракена, разбойничья дуга, залив контрабандистов. Получается, как-то совсем мало, на самом деле. Кладов у нас тут зарыто. Поэтому давайте просто отправляться в свободное, наверное, плавание. Посмотрим, что у нас есть по заданию. В заливе затонувших кораблей как раз существует вот пиратский череп. По-моему, что-то я тут видела. Это так уликорм. Залив контрабандистов. Погибель кракена. Ну, как видите, в общем... Пойдемте посмотрим, где находится этот залив затонувших кораблей.
На самом деле, когда я только начинала играть, я видела этих ребят, которые напали на меня. И я видела, что они на какой-то другой кораблик нападают. Теоретически я могла в тот момент менять ну, сервер или как-то куда-то уйти подальше. Но я почему-то решила рискнуть. Ну, в общем, может быть, отчасти сама виновата. Надо быть осторожней. Не забывать, что вокруг сплошные подлые пираты. Так. Сейчас, секундочку. Мы все-таки с вами сейчас продолжим пытаться найти какие-то дары и закопать их. Так, у меня осталось до обновления ежедневных испытаний в игре 6 минут. Через 6 минут я буду знать, что нужно сделать сегодня. Так. Давайте сделаем пока какое-нибудь простое задание, например, от торгового союза. Вот эти ребята у нас вот здесь вот находятся. Кстати, знаете что, давайте-ка я, наверное, сделаю еще одно какое-нибудь задание от Ордена Душ, потому что... Единственное, где я отстаю, это вот именно Орден Душ. Возьмем еще один квест. Тот квест, который у меня сейчас, он получается очень далеко. Опять возьмем все-таки статус эмиссара. Я, ну, все-таки более спокойно отношусь, чем большинство игроков, потому что меня могут потопить. И там все-таки игра, я прекрасно это понимаю. Так. Когда ты являешься эмиссаром, шанс, что тебя потопят, повыше просто немножко. Так. Так. И давайте я сейчас попробую поменять, наверное. Нет, не допрыгнула все равно. Попробую поменять задание, которое у меня сейчас здесь есть. Взять что-нибудь поинтересней, чтобы было поближе, может. Голосовать за отказ. Путешествовать. Теперь у меня есть целых 4 задания. Вот, опять изгибающая лощина, затонувшая роща, это где-то тут поблизости, кривые мачты и сабельная отмель. Давайте посмотрим. Сабельная отмель, вот, да, заповедный родник, вот, кривые мачты, где-то я вроде видела. Вот изгибающая лощина, тоже вот, все рядом. Можно, в принципе, отплывать. Ракушечная отмель. Лекарм за... Так. Ладно, давайте начнем, пожалуй. Сгибающая лощина, там много было вообще народу. Так. Потонувшая роща. Сгибающая лощина, 2 капитана. Их достаточно будет сложно искать. Сабельная отмель. Тоже 2 капитана, но зато их будет попроще искать. Поэтому поплывем вот сюда. Это получается налево. Пожелайте мне удачи. Так, лево у нас. Капитан. Получится, надо сначала немножечко проплыть вперед, чтобы обогнуть остров. Как видите, в одиночку управлять пиратским кораблем не просто. Вот, ну,
принципе, можно. Вот именно вести бой в одиночку очень сложно, да. Большинство игроков, если играют в одиночку, они просто стараются как-то избежать боя. Но не всегда. Бывает, что встречаются серьезные ребята, которые нападают на тебя первыми. Так. Что у нас здесь? Сейчас я проверю, правильно я плыву. Существуют некоторые правила поведения в открытом море, да? Не надо. Тоже не вижу, да? Я слишком сильно повернула. Существуют правила поведения в открытом море какие-то, да? Там, например, надо сигнальные огни гасить, чтобы тебя издалека не увидели. Нужно... Ой, ну я даже не помню, там лут прятать куда-то пониже, чтобы его было тоже не видно. Но на самом деле, по моему опыту, это особо не помогает. То есть вообще и не работает. Поэтому... На самом деле, я все время собираюсь создать команду, собрать. Много народу хочет попробовать поиграть в эту игру. Но все время как-то ни у кого руки не доходят. Поэтому плаваю одна. А в одиночку даже музыку нормально не справляешь. Так, вот я сейчас прямиком к крепости Воронье гнездо плыву. Я потеряла где-то свою обезьянку, она, наверное, спит. Я знаю, она где-то берет. Да, точно, вот так. У меня тут местечко любимое. Мы ее назвали Лютик на одном из стримов. А, в честь героя из Ведьмака. Настя, привет! Настя, я сегодня заходила в Fallout 76 на ПК. Представляешь? Правда, никого там не нашла? Ну, я имею в виду знакомых. Я почему-то в этот момент где-то ем. Завтра еще раз, наверное, зайду попробую. Знаешь, я что подумала? Я вот в этой игре все время прячусь от реальности. Летом, когда было жарко, я хорошо помню, что я в нее заходила, чтобы немножечко... охладиться. Сейчас, когда холодно, я в нее захожу, чтобы немножечко согреться. Так, что у нас тут есть? А ничего, собственно говоря, нету хорошего. Вот разве что лодочка весельная. И немножко еды. Так, еда — это всегда хорошо. Мой корабль уплывает, а я от него безнадежно отстала. Что делать? А, Настя спрашивает, во сколько я завтра зайду. Я завтра зайду, будет какой-то типа стрим в 3 часа дня. Вот, я обещала, что я буду в нем участвовать. Ну, типа, в поисках Санты такой предновогодний. Кстати, а сегодня интересно. Получается католическое, да, ведь 24 на 25. Надо как-то, может, отпраздновать. Так. Давайте посмотрим, где я, что я. Я на всех парах плыву мимо. Ну, или как-то буком, короче, сейчас проплываю. Давайте немножечко повернем. Немножечко... поднимем пару, точнее опустим, получается. Ну, короче, скрутим его немножко. Я
Здесь меня ждут два капитана. Теоретически я должна справиться. Островок небольшой. Впереди там, вот видите, идет какое-то эпичное морское сражение. Не знаю, кого с кем. Я туда не пойду. Здесь у меня вот... вот такой вот островок. Ребята, на острове вы сейчас видите, наверное. Меня ждут достаточно серьезные. Так. Самое неприятное в них то, что они... Попробую это сформулировать. Они, короче, только... их только днем можно убить. Но сейчас, по-моему, как раз рассвет, так что у меня есть шанс. Совсем что ли вскрутил? Мы чуть-чуть раскрутим. Чуть-чуть вот так вдоль берега продвинуть, чтобы им было удобно ловить. И заодно чуть-чуть еще раз корабль сейчас починю. Видите пробоины? И я не вижу. Но она вроде как где-то есть. Ладно. Не совсем я тут, конечно, удачно стала. Буду убивать только самых таких дальних. То не всегда. Ну ничего, ладно. С этими ребятками я как-то буду справиться. Хотя, кто знает, какие-то они слишком злые. Вчера я разговаривала с девушкой, она играет в Fallout 76. Дважды мама такая, вроде как бы, должна быть добрая, хорошая, но жестко скучает по ядерной линии. Я ей говорю, пойдем играть в море ворот. Она говорит, да ну, мне кажется, там, короче, недостаточно, недостаточно ПВП, все не так, короче. Это я сделала какое-то достижение, даже не успела посмотреть. Подождите секундочку. Всем привет. Так, простите, пожалуйста, это, ну, всегда такое бывает, когда стримишь днем, могут в любой момент отвлечь. Я, оказывается, слишком громко шумлю. Так,
Михаил Грант, привет. Я играю на ПК, но я примерно понимаю, на что ты нажимаешь, что надо нажать на... Ой, не на ПК, я хотела сказать, на Xbox. А говорили, не на ПК. Вот, и... Ну, в общем, не знаю, что значит, даже не левую кнопку мыши, могу только догадываться. Так, Дмитрий, привет, добрый вечер. Так, это, наверное, должно быть боеприпасы. Там еще и акула, видели? Да что ж такое, а только акулы мне тут не хватало для полного счастья. Ящик с досками, ладно. Я его вроде как нашла. Взяла. Так. Так, сейчас должны появиться два этих капитана. Мне немножко страшно. Блин, они такие водяные. Ну, в смысле, короче, их надо на земле убивать. Не давайте в воду. Она сбилась от твоего огня. И закончилось. Так, а что у нас тут? Пока они там у меня гаснут. Рубин русалки. Даже не знаю, может попробовать его сдать? Так. Я заметила, что как только у меня начинается какая-то движуха, и я не успеваю отвечать на комментарии, у меня появляется целая куча народу в чате, и все что-то пишут. Я ужасно вам всем рада, я просто реально пока даже прочитать особо не могу. Так, вот. Рубин забираю. Пошу к себе на корабль. Рубины эти очень ярко светят, их издалека видно. Вот. Хорошо, что, кстати, вы не пришли чуть раньше. Тут вначале вообще было непонятно, что. Так. Мне тут говорят, что наблюдают, как я не успеваю раздавать. Не знаю, что это значит. Надеюсь, что это хорошее. Музыка вообще какая-то сегодня бешеная. Давайте вот это вот попробуем замочить из пушки. Почему бы и нет? Ну, почти попало. Что такое? Я же в тебя из пушки попала. Ну вот, теперь так не попало. Теперь откуда-то должны полезть. Видите, музыка изменилась. Более серьезные враги. Подождите секундочку. Да? Друзья, мне надо отлучиться минут на несколько. Я сейчас, не знаю, сяду тут и буду наблюдать за закатом. Простите, пожалуйста, днем всегда есть опасения, что такое может случиться.
Скоро приду.
друзья, мне на самом деле ужасно жаль. Я с удовольствием бы осталась сейчас еще поиграть, но каждый раз, когда я стримлю днем, у меня возникают рано или поздно вот такие ситуации, когда мне приходится выходить. Простите, пожалуйста, меня срочно, ну, дергают, выдергивают, да, и надо бежать. Простите. Ничего не могу с этим поделать. Ужасно сама, к сожалению. Пока-пока, надеюсь, в общем, еще сегодня вечерочком, может быть, что-нибудь, да, поделаю. Поэтому я и предпочитаю ночные стримы, но как-то все время все просят днем. Ладно, пока-пока, извините еще раз.